Давайте лучше очки тапочки. Нельзя о, очки тапочки. О грустной ноте, это вот, кстати, о грустной ноте, о печальной даже, как-то Караганде перед моим концертом. Слушай, радио моя анонсирует мой концерт, судя по всему, у них не было тогда еще. Это вот год 89-й, моих записей не было. Мои песни поют Витя Поплавский. Передача заканчивается, и ведущая произносит песни Андрея Козловского, исполнял Виктор Поплавский. Вот на такой печальной ноте мы завершаем нашу передачу. Нет, ну это... Сейчас мы сыграем и споем песни из репертуара группы «Уезд». Вообще мне нравится сейчас музыканты. Первый раз слышат вообще. Да что хорошо, когда музыканты первый раз слышат. Второй раз уже так не будет. Вот. А была такая группа «Уездной хроники», где я играл на клавишных и писал этот самый репертуар, когда нам стукнуло по 40, а мы играли Голландия, Финляндия, блюз играли. Там ведь что, самое главное не торопиться, ботинки не чистить, гитары не настраивать и ни в коем случае не репетировать. Это мы все соблюдали просто свято. Все, вообще мы до сих пор, все музыканты, вот, которые... И в этой группе, и в следующей, вокруг меня не считают, что репетируют трусы и бездари. Те, кто играть не умеет, вообще. Мы уже... А песни Клина не могли петь, потому что не могли выучить слова. И мы так по пути на концерт Кес, бас-гитарист, рыбу пожарила на Тимаксоле. У нас появляется произведение. Скажи мне, зачем? Зачем ты жарила рыбу? Первый куплет. Скажи мне, на чем? Зачем ты жарила рыбу? Второй куплет. Беги за врачом, зачем ты жарила рыбу? Длинное, какое-нибудь печальное бризовое соло. Вот. Ну и каких вот только... Ну, самое короткое наше было такое произведение. Это же Голландия, это же Финляндия, это же Германия. Там, собственно, мы поем по-русски. Так что все нормально. Самое короткое наше было такое. Ночью все женщины-кошки, ночью все женщины-кошки, ночью все женщины-кошки, а мужчины-собаки. Ты села на маячки, ты села на маячки.
мои очки, ты села на мои очки, ты села на мои очки, ты села на мои очки. Я плохо вижу тапочки. Спасибо, очки! Все, здравствуйте, пока! Ну что, еще скоро приедем. Пока, спасибо, ура!